Во время дня открытых дверей абитуриенты смогли пообщаться с руководителями вуза и задать им интересующие вопросы. Преподаватели рассказали школьникам и их родителям, чем отличается РИАС ГМУ от других вузов, в чем его специфика и преимущества. Университет достойно представлен в различных рейтингах. Мы не участвуем в коммерческих рейтингах, мы не платим за места в рейтингах. Мы рейтингуемся именно исходя из смысла понять наши слабые и сильные стороны, посмотреть на себя относительно других образовательных организаций, ведущих вузов, в число которых мы по праву также и входим. И обратите внимание, наши рейтинги достаточно высокие. Особенно нам хотелось бы гордиться тем, что в прошлом году мы вошли в одну из версий рейтинга мирового Times Higher Education. Это один из наиболее признанных международных рейтингов. Абитуриентам и их родителям напомнили, что подать документы в РИАС ГМУ можно тремя способами. Лично в приемную комиссию, через операторов почтовой связи, также можно использовать сервис онлайн-абитуриент. Необходим документ, удостоверяющий вашу личность, гражданство, то есть паспорт, или какой-то любой другой документ, который заменяет его. Документ об образовании. Для тех, кто будет поступать по нашим вступительным испытаниям, обязательно две фотографии, размер 3×4. Медицинская справка требуется обязательно для тех поступающих, кто выбрал все специальности, кроме клинической психологии, там медицинская справка не нужна. Также необходима копия договора о целевом обучении, если вы поступаете на места в рамках целевой квоты. И если у вас есть какие-либо индивидуальные достижения, о которых вы заявляете, вам необходимо представить документы. Свои площадки подготовили все факультеты. На них были представлены симуляторы, которые используются в образовательном процессе. Например, студенты-стоматологи продемонстрировали, как лечат зубы, а хирурги показали, как работают на тренажере для лапароскопических операций. Надо сказать, что на день открытых дверей пришли не только школьники старших классов, но и родители с детьми младшего возраста. Мы сегодня с детьми пришли в медицинский университет посмотреть, познакомиться с стенами альма-матер. Возможно, сориентируем их на будущее обучение в этом университете. Во время дня открытых дверей в РИАС ГМУ абитуриенты смогли поучаствовать в научно-образовательных и деловых играх, мастер-классах и тренингах по всем специальностям. На разных площадках можно было узнать о лечебных травах и попробовать чай из них, посмотреть на символ медицины змею маисового полоза, увидеть, как определяют тест на генетическую предрасположенность. Вся эта информация, несомненно, пригодится для будущих врачей. И вообще хотела хирургом или общим, или нейрохирургом, чтобы спасать именно людей, помогать людям. На дне открытых дверей Рязанского медицинского университета абитуриентам помогли построить свою индивидуальную траекторию поступления в вуз. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».